Шахматы и слоновые кости из фондов музея-заповедника «Родина Ленина», изготовленные в начале 20 века в Китае, представлены в экспозиции музея «Дом-ателье» архитектора Федора Осиповича Левчака. В Китае их называют сенцы. История шахмат насчитывает почти 1500 лет. Их родиной считается Индия. На Руси они появились в IX веке, однако православная церковь запретила игру в шахматы под угрозой отлучения от церкви. Но интеллектуальную игру очень полюбили в России. Кстати, в музее на шахматной доске выстроена партия незаурядного русского шахматиста Александра Алехина. Он сыграл ее в 1914 году в Санкт-Петербурге с кубинским шахматистом Хосе Капабланко.